Привет! Меня зовут Роман, я люблю животных. У меня дома большая коллекция экзотических животных, начиная от игуаны, заканчивая различными видами насекомых и паукообразных. Раньше я пользовался блокнотом для того, чтобы отмечать важные события в жизни своих животных, такие как кормление, полив или линька. А когда животных стало много, то в блокноте появился сумбур, некая сумятица. Для этого мне пришлось разработать отдельное приложение для мобильного телефона. Когда мы увидели то, что наше приложение пользуется спросом по всему миру, мы решили его улучшить тем, что добавить туда и остальные виды экзотических животных, такие как рептилии, амфибии, рыбки, насекомые и даже домашние растения. И мы сделали новый проект, который назвали «Flora и Fauna Notes», то есть записки о флоре и фауне, или сокращенно FF Notes. А это наша команда. Привет! Моя жена Екатерина – дизайнер, и мой друг Игорь – наш коммерческий директор. Я с Ромой знаком с детства, у него было всегда много интересных занятий, увлечений. Однажды я из социальных сетей и из общения с ним узнал, что он развивает проект, посвященный уходу за экзотическими и не только домашними животными. Мне, как человеку тоже разностороннему, стало интересно поучаствовать в этом проекте. Мы поняли, что существует проблема. Большое количество людей, которые хотели бы иметь у себя дома дорогостоящее, красивое, экзотическое животное, но при этом они не знают, смогут ли они содержать его. Животное на следующий день может погибнуть элементарно из-за того, что не были соблюдены необходимые параметры для жизнедеятельности данного животного. Наш сервис позволяет удаленно контролировать за естественными условиями содержания ваших животных. Вы можете через телефон включать или отключать систему увлажнения, регулировать освещенность. Однажды мне пришлось заниматься спариванием пауков-птицеедов вида Topinochenius gigas. И дело в том, что это спаривание, оно происходило не сиюсекундно, а нужно было длительное время следить за тем, как себя ведут оба представителя этого вида. Поскольку пауки, как правило, ведут ночной образ жизни, то следить за ними гораздо удобнее с помощью веб-камеры и датчиков движения, которые встроены в наше устройство. Наш проект является социальной сетью, где пользователи могут обмениваться между собой данными и консультироваться со специалистами по всему миру. Мы хотим сделать интерактивный определитель видов и объединить пользователей для создания онлайн-справочника. Уникальность нашего устройства в том, что оно объединяет все виды домашних животных и растений. Возможности нашего устройства не ограничены. Можно его использовать в любой среде обитания, будь то аквариум или террариум, или просто цветочный горшок. Приглашаем всех, кому интересны экзотические животные, поддержать наш проект ffnotes.com.